Всем привет, с вами Fancy Something, и сегодня я, как всегда, не могу снять для вас DIY. На это у меня есть причины, о которых я вам скажу позже, и сниму по этой причине видео. А пока я с вами поговорю и расскажу о себе, потому что еще мне остается делать. В Инстаграме я попросила вас задать мне вопросы, которые вас интересуют, и сегодня я на них отвечу. Ая Жуматаева спрашивает меня, делаю ли я до сих пор футболки на заказ. Да, я их делаю, но сейчас у меня перерыв на лето, и, возможно, после сентября я уже снова возьмусь за это. Посмотрим. Умарова Карина спрашивает меня, когда я поняла, что хочу стать видеоблогером. У меня не было такого день X, что я поняла, что хочу стать видеоблогером, залила видео. Такого не было. Я, как вам говорила, я снимала видео для своих футболок, как бы рекламные. И с этого все пошло. В принципе, это уже и было начало моего видеоблогерства. Но прям вот когда я начала снимать DIY, уже с расчетом на то, что я буду создавать свой канал, в жизни всегда так получается, что приходится что-то мастерить. А у меня такие случаи достаточно часто происходят. Поэтому, наверное, я и создала DIY, чтобы поделиться своим опытом для вас и своими задумками. Азиза Фанки спрашивает, где я находила рецепты на хендмейды, пироги и прочее, или все придумано самой. Так получается, что когда я хочу снять видео, я захожу в интернет, смотрю различные идейки, и я вот-вот нахожу то, что мне нравится, но получается так, что каких-то материалов нет у нас в городе, или что-то нужно делать самой. Вообще за рубежом очень много всего того, чего нет у нас, и поэтому это даже, наверное, на руку для меня. Я пытаюсь повторить это, сделать тот недостающий элемент, и получается такое, скажем, авторское и оригинальное видео. Агнеш спрашивает меня, каких видеоблогеров ты смотришь и любишь? Этот вопрос поставлен достаточно правильно, потому что очень много тех, кого я смотрю, и очень мало тех, кого я действительно люблю. Я не буду перечислять тех, кого я смотрю, потому что их очень много. Я люблю канал Марии Новосад. Приятная девушка и очень близкая мне по духу. И это тот человек, с которым хочется дружить. Зарубежных блогеров я смотрю немного, но особенно мне нравится Тайлер Окли. Такой позитивный человек. Даже если вы не понимаете английский, даже при этом можно смотреть его видео, только его интонации, его мимика стоит того. Саша Антимонова спрашивает меня, сколько времени у тебя уходит на одно видео. Это зависит от того, какое видео я снимаю. Если я снимаю DIY, то примерно часа 4-5 у меня уходит на съемки. Ну, естественно, зависит от того, что я делаю, какой DIY. Если там нужно ждать, пока краска высохнет или еще что-нибудь, то, конечно, съемки, возможно, откладываются, возможно, не длятся даже 2 дня, 3. Днем я снимаю, потому что пока дневной свет, а вечером, когда уже стемнело, я начинаю монтировать. На монтаж уходит где-то, ну, к ночи я заканчиваю уже. К ночи я уже заливаю, где-то к 12 скорее. Где-то получается 6 часов. Возможно, от того, что я нетерпеливая, видео выходит поздно ночью. Да пока видео зальется, пока я его смонтирую. А если разговорные видео, то снимаю я где-то час, ну и монтирую где-то столько же. Когда у меня нет времени, я снимаю для вас разговорные видео. В этом весь секрет. А7 спрашивает, она задала довольно много вопросов. Начнем по порядку. Откуда такой талант в рисовании? Достался от родителей или же сама развивала? И как? На это достаточно. Осталось мне от родственников, скорее всего. Я думаю, любой талант нужно развивать, и для этого нужно только приложить усилия, больше ничего. Знаете что? Фотоаппарат взял и выключился, он сказал, что перегрелся. Я положила его в холодильник. Какой стиль в одежде предпочитаешь? Может быть, бренды особые? Я очень люблю моду, люблю одеваться, люблю одежду. У меня нет каких-то особенно любимых брендов или какой-то определенный стиль у меня в одежде. Поэтому я не фэшн-блогер. Главное, чтобы тебе нравилось. И главное, чтобы это все так органичненько смотрелось. Расскажи о своих подругах и веришь ли в женскую дружбу? Дружбу между полами. В женскую дружбу я определенно верю. Дружбу между полами, скорее всего, нет. Где любишь тусоваться, если любишь? Я не люблю тусоваться в клубах, я не люблю лаунжи. Если куда-то поехать за рубеж, действительно, я думаю, что там клубы отличаются от наших. Но шумные тусовки я не люблю.
Для меня, наверное, лучшая тусовка – это провести вечер, посмотреть какой-нибудь фильм, что-нибудь вкусненькое приготовить или вкусненькое поесть. Вот для меня это настоящая тусовка. Тусовка стариков. Какие качества тебе нравятся и не нравятся в себе? Я чем-то увлекаюсь. Я думаю, это хорошо, что постоянно есть какие-то интересы. И то, что ты добиваешься своих целей, самое главное. То, что мне в себе не нравится. Самое главное, что мне в себе не нравится, так это то, что я трусишка. Или же я сильно стеснительная. Ну, как-то это вот какая-то между ними грань существует, непонятная мне. Сидишь ли на диетах, как держишь себя в форме? На диетах, да, сижу. У меня вообще был такой период в жизни, что я могла кушать все, что хочу. Я была из той категории девушек, которые едят и не толстеют. Но это закончилось, и все-таки я стараюсь следить за своим питанием. Я, конечно, ем сладости, но... Поверьте, это я себя ограничиваю. Скажи, как познакомились со своим молодым человеком? Мы познакомились с ним в университете, он подошел ко мне. Если вы из той категории девушек, которые сами не подходят знакомиться, а ждут, пока парни познакомятся, пишите в комментариях, из какой категории вы. Ну, вот и все, мое видео подходит к концу. На самом деле еще много было вопросов, я выбрала такие самые интересные. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал Fancy Something. Пишите, пожалуйста, в комментарии, мне хочется с вами пообщаться, узнать о вас. Пожалуйста, не скучайте, я стараюсь максимально снимать для вас видео. Всех целую, всем пока!